Следствие полагает, что по месту регистрации по адресу город Калининград, улица Судостроительная, могут находиться наркотические средства и психотропные вещества, приготовленные ею в целях последующего сбыта. Сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотических средств на улице Галицкого была задержана жительница города Калининграда 1974 года рождения, в ходе личного досмотра которой было обнаружено изъято порошкообразное вещество. Согласно справке об исследовании, данным порошкообразным веществом является психотропное вещество амфетамин. В ходе проведения дальнейших оперативно-розыскных мероприятий и проведения обысковых мероприятий по месту жительства в квартире данной гражданки было обнаружено аналогичное порошкообразное вещество, которое в настоящее время направлено на химическую экспертизу. Сотрудниками управления проводятся мероприятия по установлению источника приобретения данного наркотического средства указанной гражданкой. Сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Калининградской области на постоянной основе осуществляется проведение оперативно-розыскных мероприятий по установлению, выявлению и задержанию лиц, осуществляющих незаконный оборот наркотических средств. И ответственность уголовная предусмотрена достаточно суровая, от 3 до 10 лет лишения свободы. Незаконное же изготовление, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, либо их аналогов, наказывается лишением свободы от 10 до 20 лет.